И первый инструмент или первая часть, составная часть системы – это дерево целей. И что является, что такое дерево целей? Мы говорили о намерении, об важной части намерения, то есть это намерение нашей цели, что мы хотим, куда мы двигаемся. И вообще это отдельная и очень большая сфера в успехе движения в бизнесе. И мы оперируем все время многими словами, и цели, и стратегические цели, и на год, и смарт-цели. И вот во всем этом есть много чего. И что такое дерево целей? Это весь спектр или вся область намерения, нарезанная на 8 частей. И нарезанная и разделенная, и подчиненная друг другу.